Nice nuts. Погоди, а страт баланс там разве не стоит? Там все рандомно. Ну, можно уточнить пойти, сейчас. Сейчас, подожди, почитаю. Найс карту выбрал, да? Так я не помню, не смотрел. Так, настройки карт. Внутреннее море. Все случайно. А, страт баланс, да. Страт баланс поставь. Угу. Так. Хорошо. Удачи. Угу. Удачи, да. Кто справа, тот вниз. Да. Там, правда, им несколько. Ну, еще ниже. На дно, короче. Очки не забудьте вырубить. Я уже вырубил. Так, ну, вводите. Здравствуйте. Здорово, опять с тобой. Так, ну у меня, если честно, вообще не очень. Я снизу на воде. Или стой. Ну да, вроде снизу. Ты можешь определить, где ты? Радарить же можно, да? Не, нельзя. Как тогда? Ну, у меня снизу море. Наверное, я сверху. Да, да, тогда ты сверху. Где? А, ты с правой можно. Стороны, правильно? Да. У меня просто картинок начальных нет. У нас по нациях получается. Интересно, как тут вообще кто рестарты будет брать? Кто, когда? Иракус 6. Ты... Не, погоди. Да, Иракус 6, 12, 7, ты 8, я 9. 6, 7, 8, 9, ну да. У нас с тобой хуёво последние слоты, но мне кажется, у нас нации сильнее. Так, есть нюанс. У меня влево горы. То есть это прям горы такие одноклеточные. А у тебя там есть ираски? На моей части... Короче, нету. Смотри, если у стороны. Тебя горы, типа, изолировано как-то, и у меня изолировано, то тут будет все упираться в корабли. Города на воде ставить очень важно, я думаю. Ну, я стольню, допустим, ставлю на воде. Я вот нашел, походил себе амбарник неплохо. У меня будет 2 золота в стольный хлопок, амбарник. Холмов, правда, 2 штуки, но такое. Может, лошади еще железо подвезет. Ну, мне не сложно выйти на море, поставиться на море. Как минимум, мы не можем караванить. Да, на бабло только. Короче, и будет... Нам надо сейчас найти, вот если мы ставим на море, идеально, чтобы так, чтобы у каждого хотя бы по 2 города было, чтобы друг другу, типа, ну, то есть в свои города могли откармливать. Это важно, я думаю, будет. Возможно, это вообще фигня, сейчас тут будет колясочный проход, и я, допустим, просто колясками побегу кого-то пытаться убить. Потому что... У меня потому что не колясочный проход, у меня точно не колясочный. Вот если, допустим, против меня будет китаец, то, в принципе, я могу попытаться запотеть как-то на колясках, если у него плохой спот там будет. И тут, кстати, мне кажется, что я вот сейчас, наверное, вверх до баллона пошел, ошибку сделал. Важнее, пойти влево, да, пойти найти первые мегагешки, которые на периферии между, ну, по центру типа карты расположены. Потому что свои карманные мы потом, скорее всего, найдем. Да, я пошел навстречу к ним. Я тогда сейчас до баллона вернусь. До баллона вернусь и тоже пойду влево.
Ладно, пока ждем, сейчас рестарты еще раз проверю. Что у тебя, Жекс, по люксам в стольне? Благовония, красители, но я веду город на море, и я уйду, скорее всего, от... Ну смотри, что именно есть... столицу ставить на воде вообще не обязательно. То есть ты можешь потом два экспанда поставить. Но я уже пошел. Ну окей, хорошо. Уже. Ладно, начинаем. Так, я неплохо пришел. Варварский лагерь свой столь не забираю. Это отлично. Если ты увидишь слонов сверху, то знаешь, что там у меня столь. Окей, я если что там до камня до лугового разведал. О, у меня 3 золота в стольне, вообще неплохо. Наверное, пантеон на золото возьму, это культура начальная очень важная. Тут сейчас надо понять, карта в развитии или в быструю войну. Если в развитии, то тут очень охеренное чудо, это галик. Угу. Я же думаю, галик будет важнее пирамид. Если проходы очень тупорылые такие, закрытые. Если, конечно, открытые, то пирамиды тащат. У меня стольня открытая, если что, под коляски, типа, въезжай, не хочу. Mm-hmm. Ну, у меня есть идея того, что я могу, типа, и в традицию сыграть, допустим. Ну, если ты совсем закрыт, что к тебе не пройти, то, в принципе, можешь, потому что через мою теру ты, скорее всего, не пройдешь, я городами залеплю тут. То есть ты юнитом мне дарить долгослужбы не сможешь, а в традицию, в принципе, под голясы раскачаться традиции, я думаю, что на голясах именно традиция уже сильнее будет, если вот в два города, допустим. Ты вылетел, Тайк. Ты тут? Алло. Да-да. Синий экранчик. Печально. Что, там вышли, да? Да, мы вышли, в лобби зашли, сейчас вот сейв будем грузить. Ты сможешь перезайти? Вот ты быстро перезаходишь? Не-не-не, у меня прям это бывает очень тяжко.
Ну, то есть теоретически я же могу, если у всех все супер плохо. Вот, но бывает, что я не успеваю там все. Да, я зайду к ним. Ракус, ты быстро перезаходишь в лобби? Да. Сможешь перезайти, потому что я в 40 не укладываю. Спасибо. Окей. Да, Ракус перезайдет. Что, не грузанули пока? Ну, ждем в лобби, пока ты зайдешь, потом будем грузить. Ты заходишь? Да, я в лобби. А, ты не видишь нас? Ну, 12-го я пытаюсь зафоловить, там только запустить игру, смотреть игру, то есть нету присоединиться к игре. Вот кинул инвайт. Да, Иракус банит, получается, на 6-м ходу. Рестарт, то есть. Если что. 12 же на 7-м, ты на 8-м, я на 9-м. Что, инк, у меня золото должно быть, по идее, за счет дорог. Да, поэтому ты страдать не будешь. Это огромный плюс, если партия затягивается. И в принципе, если сразу идти драться, то есть они теряют науку, ты нет. Блять, худ. Что, реально скип хода на втором ходу? Да. Я согласен играть, ты что скажешь? Я тоже плюс. Ты город не поставил или поставил? Поставил. Ну и монумент поставил, поэтому похер. Да, и вижу ГГшку, Ифи. Вообще идеально. У них причем. Сильный вначале очень дворец. Смотри, в принципе, если есть что-то более такое полезное, там куча выгода, там, допустим, то бери это. Первый. Хорвуш. Тогда я построю скаута после монумента и сразу бегу в твою сторону, чтобы мы нашли стехи, считай, не теряли, и потом разведать тыл, потому что там тоже ГГшки иногда спавнят там по углам или между нами. Угу. Ну, обычно, насколько я помню, если их нет по центру, вот, допустим, между игроками, то они по углам разбросаны. Ты забрал, да? Да. Супер. Два коня в стольню. Тоже. В четыре. Мне, правда, тера вперед вообще дерьмо. Просто голая пустыня. У меня, кстати, в стольне неплохая Петра. Вижу ГГшку. Следующий ход открою.
Так, воля ли традиция вопрос? Ну я не знаю, смотри на свою терру, потому что, скорее всего, ты мне юниты дарить не сможешь. И дарить, и проходить ко мне не сможешь, потому что я городами плотно все затыкаю. Ну тут проходы не такие, чтобы широкие, чтобы ты смог там как-то по краю просочиться, там помочь. Поэтому я думаю, в принципе, если у тебя все закрыто, и ты вот уверен, что традиция сработает лучше, бери традицию. Просто смотри, чтобы тебя через одну клетку не убили. Так, вижу 12-го рядом от тебя. Ванкувер нашелся, второй. Я думаю, находить на 12-го или не находить. Если ты традицию, ты рано его... Ты же традицию взял, да? Да-да. Рано рашить не пойдешь. Если ты сможешь открыть вот ближайшие клетки вокруг стольни, то будет шикарно, мы будем знать, что они строят. Не, открыл третий радиус. И что, кстати, за чудесами следи, там у них одно чудо есть, или у кого-то там. Я нашел у себя тут этот старого служаку. Вот хороший. Ну, как для воли хороший. Но она под него город особо не ставится. Ну, ставится, но... Не, не ставит. Ну, пока на первый взгляд у меня с Иракусом такая тера, что колясками забегая не хочу просто. Я сразу ГГшки раба пиздану. Да, слушай, я отлично пришел на два амбарника. Короче, главное не отъехать, я терю. Ну, у меня, скорее всего, у меня просто вот голая луга и пустыня, поэтому, типа, меня будет пиздило. Ну, я в тебя верю. Ну, у меня тера пососная. Ну, в воле там главное три клеточки. Ну, как сказать. Ну, вот на первых порах, да, но если оно затягивается... Тут даже... Ну, люксов мало, я вижу три люкса всего. Четвертый, но он вообще на море так неудачно стоит. ГГшка очень хуево стоит, блочит холмы, холмовой спот. И чекни, есть ли рифы. Это важно будет знать. Каким образом чекнуть? Сейчас скажу. F7 нажми и пролистай чуть вниз, где ты нашел чудо и сколько еще осталось найти, там напишет. Там будет сообщение по типу you have find some wonder, типа что-то там осталось еще сколько. Что-то, блядь. Ладно, забей, сам найду, сам посмотрю, все. Концентрируйся на других вещах. У меня ровно в одну клетку проход. О, погоди, открой еще раз это окно, покажи чату, там в чате кто-нибудь найдет, напишет. Еще три напишут. С рифом. То есть, да. Надо будет, когда построим посело, внимательно смотреть, куда предлагают нам города поставить. Окей, я построил два скаута, я иду вниз к тебе. Кто-то нашел... А, либо это люкс, либо это... Ну, это, скорее всего, люкс, потому что... Нашел сигнал. Нашел сигнал.
Вижу твои границы. Я сразу в коляске пойду после амбара, потому что меня варварить будут не иллюзорно вообще. Давай. Так, хорошо, мне нужно выйти в госслужбу. Получается, конечно, в итоге. Ну, в идеале, если ты увидишь, что там город на воде, тебе просто пойти в Голиасы и выебать их Голиасы, чтобы мы заполучили контроль над водой. Потому что если у тебя будет контроль над водой, то, ну, это колосс, очень важное чудо. Типа, потом караванить друг друга на деньги, типа, потом по науке мы будем... Должны лидировать. Ебать, подстава. Что такое? На мимо ходу еще воины бахнут. Ну, короче, на этом проходе появился лагерь. Ты не вернешься, типа? Ну да. Смотри, знаю, тогда можешь что сделать? Пойти просто их терру разведать, вдруг у них какая-то карманная ГГшка. Да, им там воин уже загибается. Я... Может быть, успею город поставить и выбить оттуда посел. Ну, лучше не долбись в лагерь. Я просто пошел и исследовал их территорию. Первое, мы можем найти два чуда, то есть не, два... Не-не-не, я городом выселю. Городом. Все, поставлю, хорошо, да. Хорошо. Ну что, я влево тогда поставлю супер цифровый город, чтобы вообще не париться. И спокойно делать свою грязь. Ну давай. Ну мне сложно тебя советовать, потому что я не вижу ничего. Очки можно включать же, да? А, да, я забыл. Ребят, чат подсказывает. У тебя люксы там двойные будут, да? Золото. Так, я могу тебе еще техи же удешевлять получить. Бля, я не могу тянуть наш науку, но могу тебе удешевлять техи. Так, значит, я выхожу тогда быстро в мореплавание и ну, пытаюсь разведать морские города. Ты в тылу у нас разведал, есть какие-то ГГшки? Где? В углу разведал. В тылу, 90% что нету. То есть не до конца развел, потому что пришлось вернуться там в варвары и прикрывать рабочих. Ну вот я нашел Синай сверху, справа. Сейчас скаута отхилю, сам тоже пойду найду чудо. Окей. Лагеря пиздец мешают, конечно, мне. Очень неприятно. Ты видишь, у меня кайф то, что я... Два лагеря я забрал, считай, городами. Это приятно.
покупать 17 молотков. Да, ну и на промочке. Я сейчас застроюсь амбар, буду на промочке и на росте одновременно. Да, ГГшка есть. Ирус. Блять! Долбоёб. Забей, я святилище уже построил. Я святилище построил, ничего страшного. Прими, мне нужно деньги на золото взять. Да, бери. Быстрее. Спасибо. Блядь, не хватает. Ладно, забей. Ну еще да, я... Мне 5 лет не хватает на золото. Так, а ты его скоро обработаешь и сможешь затрейдить, да? Ну, или это первое железо? Или первое золото? Первое золото, мне твои варвары пока не выпускают, я не могу сейчас обработать его. Okay. Вижу ГГшку. Ебать, у нее спот, конечно. Вот я бы там родился. У Рима неплохие места холмистые. То есть у него там, с одной стороны, вкусный, но ему идти некуда. Это огромный плюс. Я достаточно быстро могу тебе обработать благовоние на трейд, если надо. Однозначно надо, ты что, это же воля. Это же свой ЗВ. Ты у Иерусалима хочешь рабочего украсить? Я раба уже своровал, не, забей, я там в фронтовой ГГшке. Ну, я тогда тоже сворую, да? Или мы дружим с ним? Естественно, ворует. Ты чё, это халявный рабочий, это очень круто. Одного однозначно своровать стоит. Снизу ты приконтролишь? Смотри, ты дошел до моих границ, ты вот видел. Как город мне поставить, чтобы тебе не за... А, я ниже камня, смогу город поставить? Ну, вообще да. Все супер. Так, я тогда в Иерусалим сворую, да? Да, да, без проблем, бери. Четыре города ставлю, набираю свой ЗВ, потом ставлю пятый. Давай.
Как мне к Синаю пройти? К Синаю он по диагонали три тайла вверх-влево от Иерусалима. Угу, понял. Так, ну я тогда что, два города катаю? Пока. Я не знаю, я же не вижу твою территорию. Если, не, ну если у тебя чисто, смотри, если проходы все закрыты, и у тебя чисто морская долбилка, тогда однозначно два города и Голиасы. Тебе надо желательно построить, наверное, три рема пойти, разведать, короче, просто побережье. Это два рифа узнать. В первую очередь, это, короче, найти рифы. Второе, разведать их города на море. Что-что? Три рема поплыла уже влево. Все, супер, идеально. Поверху. Я вот что боюсь, что меня типа на слабом споте могут зарашить колясками. Ну слушай, ну то, что я у тебя вижу, это не слабо, нихера. Да, ты вот видишь сверху нормально, а потом снизу у меня так. Ну на последнем месте не ты, поэтому... Ну не я, потому что я развиваюсь вначале хорошо. Да и в принципе по игре развиваюсь хорошо. Короче, шанс, смотри, да. Шанс, что Иракус однозначно слабее в тактике, чем 12 грамм. И он, типа, ну, не разовьет империю настолько сильно, чтобы был колоссальный перевес, и он смог меня убить. На это ставка, типа, а я его смогу. Ну, я вообще ставлю на то, что просто ебнешь этого. Это прям моя ставка. Тупо воля. Придешь и... того. Третий город у тебя шикарный, четвертый город шикарный. То есть я не знаю, какой у тебя снизу город? Снизу город плохой, он вообще открытый вообще. Я его чисто бахнул, потому что там люкс. Все, Синай вижу. Так кто первый там по демке? Рим. Сколько у него городов? 16-24. Четыре. Ну вот, видишь, у него темпы. Рифы у ГГшки. Какой? Мельбурн. Снизу. Угу. Понял. Это скауты с глазами отхили, побегу туда. Так, ну Рим пахнул, очень такой хороший холмовой город. Мне надо будет просто не зевать и армию строить. И все ГГшки холмовые, это круто. У меня одна равнинная. С нее уже дань собрали, потому что... Ну, я предполагаю, что дань собрали, потому что очень быстро стену построила. Но обычно так ГГшки из Торы от стен, только если варвары ебут. Хотя там варвары ебали, короче, хер знает. Так, а я смогу найти ГГшку на твоем море скаутом? Пройти через тебя? Нет. Все понял. Да, у них есть Шанхай морской. Наших встретил Ракусу. Четыре города. Технология масонри открыта. Нет.
Я пойду сейчас золото обработаю. Чего? Золото тебе пойду сейчас обработаю. Давай, давай. Я пойду прыгну сейчас тогда тебе. Что у них с деньгами? Тебя очень жду благовоние, да? Ну, а, стойте, благовоние могу. Демки пока очень жестко, золото. 34 молотка. Золото я тебе обработаю через 7 ходов. Вот и молотки первые. Тейк. Чего, чё? У кого молотки первые? У Рима, Рима. Всё Рим. Каменную кладку никто не вышел до сих пор. Угу. Вот здесь Синая очень вкусное место. Там и алмаз в углу. Холмы и самочудо. Ну да, третье можно на землю поставить. Можно. Но я после Нацка. Я Нацка рашну тогда. Хорошо. Что у них с деньгами там? 82 плюс 5, 27 плюс 1. Пока. Ну, Рима, краситель, медь, алмазы. Иракуса, медь, алмазы. Ну, кстати, у них много повторяющихся люксов. Может быть, по счастью, это им будет не так просто. Ты смотри, мне чтоб Фивы и Элефантину за караван всего одной тремы будет достаточно, правильно я понимаю? Да, я сверху контроля. Все супер. Какао у нас нет случайно? Нет. Так, Иракус нашел мой незащищенный город. Шел пирамиду строить. На каменной кладке один человек. Это ты, да? Да. Хорош. Анцы смог выкупить. Они золото все потратили на выкуп старого служаки через горы. Короче, Рим 0 плюс 3. Это Иракус... офигенная новость, потому что они сейчас будут подыхать без денег, как только дороги построить. Если, конечно, они не пойдут, типа, меня рано задушить за счет производства. Ну, это единственный варик, да. Ну, это хороший варик, потому что ну, со стороны Иракуса, как я, допустим, анализировал бы ситуацию, он сейчас чисто скаутом фиданул, чтобы найти мой город поближе. Ну, хотя он и так умирал. Забирай тогда благовоние. Давайте отдам. Чего? О, супер, супер. В каком радиусе риф у Мельбурна? Я с кого-то увижу в суше.
во втором и в третьем. Я не знаю, справа... Слева от Мельбурна есть холм, с которого ты увидишь один риф как минимум. Угу, понял. Я не вижу, есть ли у него холм с правой стороны. По-моему, там закругление идет. Пробую дань стрясти с Ванкувера. Так, ну я закарманился морскими. Уже? Да. На крайняк ты сможешь открыть оптику и чисто ко мне переплывать. То есть у меня по воде, скорее всего, будет открыт, типа, шлюз такой. Отлично. Я лагерь Ванкувера тогда, наверное, сейчас трогать не буду. Буду ждать вас на лагерь. Через 7 ходов нацик начну строить. Ну, в общем, катает тупо полушарие. Прошу тебя, не изевай армию в демографии. Вот это важный показатель еще. Да, да. Но у меня проход... он по мне стрелять может в 2 клетки. Все. Без вариантов. Хода пирамиды. Найс. Попробую, короче, если будет производить. Сейчас. Ладно, план. Строю пирамиды, строю армию. Если китаец не строит армию, просто иду через воля 4, беру счастье с дорог, накапливаю свой ЗВ, потом беру еще один ЗВ и чисто колясками убиваю Китай. Если не получается, строю Петру, ну, играю в домики, ставлю 5-6 город, возможно. Петр, ты строишь? Может, я построю? У меня просто Петра неплохая. У меня 2 холма. У меня на оазис. У тебя прям жирная? У меня 6 холмов, да. Если всё, говорить всё, про город справа. Отлично, строй, строй. Тогда строй, без вообще без возражений. Очень надо 12 монет купить холм. В городе вообще холмов нет. Опа, тут лагерь. Очень удачно купил клетку. Только забрал лагерь и сразу через ход появился. Неплохо, деньги зафармлю. Эти пирамиды 2 хода. Они до сих пор не вышли в каменную кладку. В колесе один человек. Да, да, в колесе один человек. В колесе один, в каменной кладке один. Не ты, ты в колесе, нет? Я в колесе и в каменке. Интересно, становится интересно. До сих пор в каменную кладку вот один вышел. Ну все, тогда забей пирамиды мои. Блин, у меня почему-то... кнопка не прокликивает иногда, это очень сильно раздражает. Чего у тебя? Левая кнопка иногда не прокликивает, то есть я иногда просто мимо юнита, ну не тем юнитом говорю кликать.
китаец 5 городов бахнул. Вот я надеюсь, это будет ошибка, потому что если рано драться, то 5-й город он лишний. 5 городов, кстати, у Римы тоже. Супер, вообще идеально. Тогда я, короче, сейчас просто, пока я ебашу в коляске, иду... Один город я ему убью точно, он его вообще никак не задефает. Второй город, конечно, такой в пухте. Ну, тоже, надеюсь, убью. Но если он халявить будет, убью. Если не будет, то хуй знает. Так, тебе трилем снизу нужна? Я, у тебя есть лишнее? Я могу построить сейчас, да, у меня есть окно. Слушай, давай тогда сразу караван морской бахну. Давай. Там есть проплыв, да, я проплыву? Да. Если там своей трилем станешь, то будет шикарно. Дайте джат на ход. Я сейчас два лагеря убью, сейчас деньги будут. Давай, потом у меня 0 плюс 1, и сейчас стрелем, и это будет. Я просто дороги сейчас тоже докопаю, и сейчас будет у меня плюс нормальный. Угу. Ну, я пока еще не начну, я еще дороги не открыл. Окей. Так, в колясках один человек по-прежнему. 46-й ход, пацаны, вы чё? Вы чё? Выглядит немного странно. Может, они думают, что я типа не попрусь, потому что карта как бы в развитии, но я ж попрусь. Я ж дурак, да, я попрусь. Во-первых, это меня не сильно напряжет. То, что они построят армию, я буду рад. По темпу у меня все лучше. Я быстрее их наберу с вызова, быстрее их возьму за вас воли. То есть я буду въезжать в полной боеготовности. Когда они будут терять деньги на постройку армии, меня все устраивает. Найс, найс. Бля, что-то демка вообще жесткая. Ну... 11 минус 9 у Рима. 6 городов. 0 плюс... 19 плюс 0 у Рима. 19 плюс 0 у Рима? Нет, 19 плюс 0 у Китая. Не, Китай это я нашел. Про Рим давай информацию. Еще раз, сколько денег? 11 минус 9 у него. Отлично. Угу. А ты разведал его побережье? Побережье Рима ты видишь или нет? Да, побережье вижу. Там нет городов. А дальше заплыви Рима, чтобы если эта клетка выкупилась, то... Окей. Так, нацик, 6 ходов. Вторые молотки 39. Молоткам перевес колоссальный, но главное, что я опережаю Китай. Угу. Еще хорошо очень, он не может контролировать мои лошади. Он не знает, сколько у меня. При том, что, опять же, два человека только колясок. То есть ты и кто-то.
У меня очень еще плохой старт в том плане, что у меня вообще нет лесов на вырубку. Леса на вырубку это дичайший темп вот по развитию. Я подозреваю, что 12 это там холмы плюс леса, потому что он как-то очень сильно жестко идет. Ну, 20 молотков разрыва это. Прям добрый вечер. Так, оптика, она дает возможность плату по побережью, по океану жить. Ну, все да. Верно. Даже если у тебя клетка океана выкуплена городом, юнит на земле туда не заплывет. Угу. Я просто такой думаю, может они, у них какая-то высадка там планировалась, может... Я не знаю, может и Рим будет через оптику сюда юниты переплавлять, это вполне переправлять. Вполне возможный вариант. Тремка и дальше но... проплывет. Да. Так, мне за этот аппендикс заплывать? Или тут остаться? Ну, можешь там остаться, не знаю, как хочешь. Окей. Ну, я там варварский лагерь, если что, палю. Погоди, там лагерь есть? Будем палить. Нет, я говорю, если он появится, я буду палить. Ну, да, хорошо, хорошо, без проблем. Так, у меня металлоконструкции, наверное, пойду тебе открою, чтобы ты мог кайфануть. Скидку тебе дать. Заодно терраски откроем. Ты в Петру идешь, верно? Ну, я сначала, говорю, забегу в металлоконструкцию. Хорошо. За террасками и за удешевлением. Погоди, философия это ты? Да. Я нацик через 3-4 хода достраиваю. Засоюзил. Кого? Рим засоюзил еще. Плевать. Правда, гениальная игра, я построил караван на... Ну, караван построил, и сейчас буду лочить рост в этом городе, чтобы успеть набрать свой ЗВ. Угу. Так, что ты говорил, кто тут забрать будет? Галик? Если на развитие, да. Смотри! А, ну да. Или Артемидку, блин. Ну, Артемидка... Очень поздно раскрывается бонус Артемида. Галик гораздо круче, тем более волевики с потом крепостя, вот эти все прожиги людей с воли, ты если заберешь Артемиду, будет не... это... Галик неплохо. Ну, у тебя да, три рема, которая вполне возможно захватит потом морской город Нанкин, ты видел, наверное? Не, я не видел. Ну, Ванкувер встретил. Левее Мельбурна, там Нанкин стоит на воде, можно будет сжечь. Там же чуть повыше стоит Шанхай морской. То есть у него два морских. Хорошо. В письменность кто-то вышел, кроме меня? Или ты второй? Ты какой по демографии? Погоди, мне сложно чекнуть. Я третий. Грамотно, значит, третий, один вышел. Да.
Ты, Галик, сам ты будешь строить, нет? Мне он не нужен. Не нужен, окей. Ну, тогда я могу забрать дом. Заворот на это будет? Да, всем ходу. Отлично. Восемь минус пять рим. Семь плюс четыре ракс пока. У меня такое ощущение, что они этих легионы строят. Типа они легионы 20. Галик не построить уже. Следующий ход дань соберу. Может, конечно, это авантюра, что я сейчас вырываюсь, мог пойти какие-то чудеса, хотя какие чудеса. Слушай, а что религии забанены, я забыл? Выгоны 67. Золото. Вроде все. Почему?
Почему-то так, а ВНК больше. Ко мне Рим пришел немножко разведать. Коляска и разведом. Подержи его там. Подержу. Всеми руками держу. Как он куверда не дает, алло? Здесь в плюс вышел Рим, здесь плюс 2. Блять. Забыл, что потеря Ванкувера потоптался. Я въехал. Давай. Так и микрофон, чтобы удобно было кликать на клавию. Давай. У меня будет релишка БТВ. У меня тоже. У меня еще храмы пиздатые есть на развитие. Три ремы возле Мемфиса. Проплывай дальше. Там надо будет в город скоро вплывать, я думаю. Угу. Так, Рим у меня уже двумя колясками. Три коляски у меня. Три.
шел через рабочего, там надо было ход сэкономить. Так, ну что, когда там? Не-не-не, вот... нет, не этот город. Первый город я забираю так. Ну то есть... А, ты под Шанхай говоришь, да? Да, да. Я, если что, объявил войну Ванкуверу, чисто чтобы на ход сэкономить, пока копье прибежит. Угу. Два хода. Да, даже лишний ход продержал залученными города. Ну ладно. Не критично. Это руки нужны, вот эта ошибка. Четыре коляски. Ну, он будет пытаться долбиться, наверное. Ой, естественно. Так забери мне, пока деньги не нужны. Ну, если что, я... моя трирема заряжена, может вплыть, если надо. Окей. Да, у 12-го там есть легион. Я этот ход даже забрал. Блядь, забыл. Ай, захватил город, увеличился счетчик. Архит. Я думаю, это не критично. 69 тысяч. Я не наберу свой ЗВ, вот это. Не, ну я просто специально не рос, чтобы набрать свой ЗВ, теперь я его не набираю. Типа такой. Я так, об этом изначально давай, помню, я забыл. Что? Я тебе люкс дам. Алло, ты шо? Шо паникуешь? У тебя двойной алмаз. Блять, мне не хватает двоечки. Может два города убить? Я могу убить за ход? Просто... Может, ход подождешь просто? Нет, так нельзя оттягивать. Если жителя убью лучше. Не могу убить жителя. Это фейл. Ладно, чего уж поделать. Могу честь взять тогда. Да, возьму, слушай, я возьму честь, просто не буду париться.
Ну ладно, пойду тогда город еще поставлю. Что там, город у него забрал уже один? Да, да, я город забрал, у меня же двойной алмаз появился из-за этого. Подожди, так а слева от Мельбурна морской у него стоит город? Да, морской город. Так я сейчас пыт... Ну, у него сейчас армия ровно как у меня просто далеко подкрепление. То есть, ты Петру строишь или нет? Петру начну через 4 хода, наверное. Слушай, наверное или точно, мне надо знать, потому что я буду ее строить. Через 4 точно. Через 4 я точно начну. Я просто достраиваю стены, чтобы, ну, тут вообще без проблем было. Что если есть риск, что тебя из-за того, что ты будешь Петру строить, захватят, то это плохая идея будет Петра. Почему тебя захватят? Тебя, если захватят. Ну я пойду сейчас... А, меня не захватят, точно. Все, отлично. Я тут убер надежно играю. Все, без проблем, тогда отлично. Блин, может зря... Тогда второй раз ГГшки войну кинул. Так, а что у них, кстати, по религии? Религии нет, надо забрать... Стоун, Артемиду, короче, сейчас рынок построю в стол, я буду чудеса клепать. А экспанды будут армию клепать. Окей. Слушай, Нанкин пустой, мы и Нанкин захватим сейчас. Вообще армии нет. Может тогда, не ладно, рынок построю, буду кочеретки клепать. Ну я могу выйти в госслужбу через 5 ходов. Или могу сразу в компас полететь через 12. Но компас, мне кажется, это надежнее. Госслужба это такое. Это более авантюрное дело. Оптику... Ты, кстати, видишь, может ли он переправлять Рим по морю юнит или нет? Я тогда... Слушай, я, наверное, в колосс выйду. Блядь, мне 3 рема надо, чтобы твой город найти. Чего еще раз говорил, я отходил? В колосс я могу пойти, забрать колосс, тебя на бабке караван запустить. Мы и науку будем фармить с этого. Я думаю, это хорошая идея. Ну, да. Я просто думал, что... Я думал, что мы на колясках закончим, но если ты говоришь про колоссы... Я не уверен, что мы на колясках закончим, мне очень далеко бежать, тут ландшафт неудобный. А, очень далеко. Я просто в полную войну не вкладываюсь, и я не копаю дорогу к его захваченным городам, потому что это монет 15 сожрет. Типа, я не хочу полностью без науки остаться.
Так, Керакус. Я не хожу, если что. Так, воюем, как зайдет. Или вы там уже воюете? Ну хотя бы вам пофиг. Мы не воюем. Мы стоим, смотрим друг на друга. Блять, вот единственное, что надо было подтаймить ЗВ один ход. Собрать Гуанчжоу на ход позже, и это зафейлил. Иракус 0 минус 9, 12, 85 минус 18. Ифи отсоюзился. А, тогда нормально, наука есть, мы в принципе можем затягивать. Ну такая вот гибридная война, когда вот непонятно что, просто перестреливаемся. Так, ну, Трема стоит у Нанкин. Окей, окей. Я тут еще убиваю его коляски. У меня просто еще много армии, типа, не подъехало. У него вообще армии нет. Китайцы. Чего счастья? Армии у китайца нет, это огромный плюс для нас. 24 тысячи, да. Мне кажется, даже если я Нанкин заберу, они не сдадутся. Пусть. Кто Артемиду забрал? Я. Начал Петрович строить. Так, ты на следующий ход не забираешь Нанкин? Я отплыву три рема? Не-не-не, я не могу клетки пробить тут еще. Окей, просто может быть там ремиум по воде армию, я не знаю. Все, все, давай, чекни. Я открываю хорсбэк райдинг и потом колосс. Чтоб ты в верхнюю ветку пошел, я в нижнюю, и караван тебе на бабки пустил. Угу. Ну и хорсбэк райдинг я открыл тоже. Садник. Пятый город поставить, счастье, вагон. Не, буду растить эти, не хочу потом по счастью провалиться. Мне ЦИВ еще подлагивает из-за ебаной записи.
Так он дорог ко мне копает. Рим. Ну, логично, потому что Риму надо тебя захватить, иначе они проиграют вообще. То есть я и в развитие нормально иду, потому что деньги есть. И этого чувака очень сильно напрягаю. Им единственный шанс, это сейчас просто в тебя упороться и забрать тебя. Потому что если они тебя не забирают, то они потом и в лайт проигрывают в развитие. Ну и, соответственно... Короче, главное сейчас тебе не отлететь. Дорогу я, короче, строить не буду. А, я тогда лучше выйду в госслужбу. Пиками. Пики надежен. Ребята. Хотя Голиасы. А, 10 ходов. Не, ну Голиасы очень крутая тема. Ну, Голиасы это автомат. У тебя как проход к Риму? Через низ, то есть ты Голиасами можешь его контролить или наоборот через верх? Могу, да. Ну, через низ, да? Однозначно, да. Иди в Голиасы. А корабль, который на земку, это зона контроля, он через зону контроля не сможет проходить. Плюс обязательно построишь казармы в одном городе, чтобы эти прокачки на сухопутку брать. Но это будет очень сильно. Ну, я уже строю казармы, сейчас будет медкорей. Ну, просто я боюсь то, что самое худшее, что есть, самый худший сценарий, то, что он баллистами сейчас встанет на одну клетку, начнет расстреливать город. Я не смогу выбить оперативно легиона. Ну, то есть, типа, мне не хватит мощи это убивать. Это самое худшее, что может быть. У меня город 20, я стены построил. Иракус, конечно, временами что-то совсем тупит. Не оставляет рабочих, через которых я зону контроля игнорирую. Это очень, очень зря он делает. Я столом два хода достраиваю, если что. Давай. Я не строю. Так, встал город. От Рима. На люкс. Под мой город. Сейчас что-то будет с генералом пытаться делать. Мы забыли столицу дать. А только я могу дать. Ладно, я пойду третий город, пятый город на воду тогда поставлю, потому что мне кажется, я его тут не продавлю. Но у него очень так удобно. Хотя, ну ладно, сейчас въеду, посмотрю. Клетки я отвоевал. Просто у него генерал есть, вот это 30 бонусов, это колоссальная хрень. Забираю, значит, колосс, караван тебе сразу запускаем, и кучу денег, кучу науки получу. Потом я иду, наверное, в мастерские. Да, в мастерские пойду.
Блин, я твой город не вижу. А у тебя скоро госслужба? Ну, я могу ее за 5 ходов открыть, но я, через 8 у меня будет уже другие технологии. Не, ладно, не так, валялся. Ну, он пошел в меня долбиться. Сейчас посмотрим, что получится. Поехал я в Нанкин. Давай. Открой госслужбу, я в принципе тебе смогу юнита тогда тащить. Да, юниты. Так, у нас сделка висит. Юниты тут не сильно решают. Тут решает качество юнитов. То есть вопрос выбивания вот этих легионов в защите у города. Я тебе мечей смогу тащить. У тебя мечи есть? Ну, будут. Блять, ну если выйду в блять, в этих парней. Да ёб твою мать, что ж так лагает? У меня рабы просто стоят, засвечивают территорию. Ты Нанкин забирать будешь в итоге, нет? Тут сложно, понимаешь? Тут три клетки обстрела, и он поставил крепость. Я сейчас буду генералить его в ответ. Я не знаю, есть ли у него еще один генерал. Блин, снизу дорогу пограбил, дебил, надо сейчас чинить. Зачем я там пограбил? Ну это будет ходов через 10, чтобы я увидел твой морской город. То есть через 10 ходов ты сможешь открыть госслужбу после Голиаса или нет? Через 12. Все хорошо. Мне просто надо будет город тебе найти, чтобы пустить караван. А я не могу его так увидеть. Подожди, а столь ты его не видишь, что ли? Я вообще ничего у тебя не вижу, абсолютно. А посольство? Точно. Слушай, я Аренворк. Открой потом библиотеки, да, слушай. Стой, а через туман войны он пойдет? Или нет, я вот не знаю. Кто куда? Караван.
Так, 6 ходов, еще один ЗВ будет. Угу. Дай пока денег, чтобы я открыл теху, плиз. Я могу тебе караван в стольный пустить. Мне на еду не надо. А, на деньги? Да, давай. На 11 монет. Вроде норм. Короче, я стольный буду строить домики и чудеса какие-то. Чё у меня пинг такой большой? Пустил караван на бабки? Да. 19 монет жестко. Пророк, я основываю религию, да? Да. Я заберу пакеты себе. И один за четырех, потому что это имба. Или ты заберешь один за четырех. Или вообще ты не будешь обстовывать. Короче, один за четырех возьму. Он еще нам взял с воли.
Эрку задолбал, упорно не хочет подыхать. Где-то деньги достали, да, наверное, собрали. Ну, Рим 0 минус 35. А, то есть все, у Рима не будет науки, этот, возможно, выйдет в чушке пока. То есть мне надо его сейчас задавить. Почему не генера... Не, ученого, наверное, тоже возьму. Да, блядь, ну какого хера? Вот это я вафил. Короче, на ровном месте отдал клетку. Освободил моего раба. О, на следующий день надо будет деньги. О, кстати, столица. Следующий ход деньги, я апну дуболома в меча. Можешь кинуть бабки?
Слушай, думай, а он на Рим нашел. Почему там городов? 8 штук. Так, зовет через 2 хода. Ну, то есть через ход. Делся свой генерал. Теракус, конечно, в чушке откроет, буду вас потом тяжко. А у них городов больше на воде нет или еще есть? 2 города у него, Шанхай и Нанкин. Блин, ну я Нанкин захвачу, он его перезахватит. Крепость в первом радиусе ему отойдет. Ее, наверное, надо будет разрушить перед захватом, я думаю. Да. Иначе, ну он ее по-любому перезахватит, у него клеток много. Но если пишешь ему город, это все равно круто. Да, я согласен, обнулить город это всегда круто. То есть там домики ему все снесу. Науки меньше будет получать. Ну я, наверное, тогда укреплюсь в захваченном Гуанчжоу. И в мастерские построю. Он за это время, ну, короче, я отступлю, мастерские построю. Наверное, поставлю 5-й город. Ну, то есть 3-й мой город, который будет водный. Буду его разжирать потом. Там 3 клетки под обработку, но все равно. Там люкс уникальный киты. Главное не забыть, что я могу нафидонить рабочими, он его вернет и засоюзит Ванкуверу. Такие лаги мерзкие, конечно. Да. Так, ну я вышел в компас, госслужба 3 хода. А, я уже могу с вкус опустить. Мы, в общем, будем 4 колбы с этого получать. Я 3, ты 1. И 15, 16 монет. Ок, ок. У меня 2 хода Голиаса строится, по идее. Этого хватит. Надеюсь, да. Так, а есть разница, кому город захватить, я думаю. Я захвачу. Да, да. Армия кончилась резко. Она похрен, отдам ему контроль над одной клеткой, он все равно ничего не сделает. Даже стой, я могу ему позволить поставить генерала, потом город захватить, чтобы он проебал лишнего генерала. Город мы все равно не удержим. Мы так и сделаем.
Давай подумаем, какого великого человека мне брать. Чудеса строятся быстро. Инженера не особо хочется. Ну, можешь взять ученого, наверное. Ученый. Я не знаю, там Гена тебе поможет? В пробивке не, больше тебе не поможет, да? Гена, все, там я уже не пробьюсь дальше, точно. Могу мерчанта, но мерчант тоже мне не особо. Могу пророка укрепить религию. Нужно ли? Я могу в рыцарство выйти, рашануть и тебе рыцарей дарить. Вот, это будет мощно. Слушай, я, наверное, все-таки инжа возьму и за инженерию мачу, чтобы они вообще без денег остались. Давай. В Гелиополе, да. Так, и вот тут вопрос, захватывает ли сейчас Нанкин? Мне почему-то кажется, что не стоит. Или стоит? Я запутался. Так, Китаев плюс по бабкам. Надо по новому потеху посмотреть. Так, ты в колос выходил, да? Да, я достраиваю его. Есть еще один человек в инженерке. А я еще не в инженерке. Ну это этот, наверное, летит в машинери. Я открою гильдию за инженерию мачу. Ой, блядь, эти лаги ебал просто. Так, а можно же передавать только захваченные города? Если что, я тебе Гуанчжоу передам, ты его сожжешь. Ну, меня сейчас бьют. А, тебя бьют, счастье, окей, хорошо, хорошо. Где, я тебе код... Не, ну ладно, да. Земка мне не нужна. У него минус 6. Трирема приплыла китайская. Слушай, ладно, я думаю, мне кажется, Нанкин пора захватить. Захватить и придать огню. Мне гору надо будет выкупить 70 копеек потом. Тогда построю сейчас все библиотеки. Потом бахну этот. Ты понял. Может, если нужно, можешь его сжечь, да? Я могу зону контроля. Я могу зону контроля сделать. Вот так. И все, и он не перезахватит. Так, погоди, у нас сейчас будет беда, что если он ко мне поплывет. А, ну ладно, я успею построить трирему. Блин, что у меня олень не выкупается? А, не, ладно.
Зажигать ли нанкин, вопрос. Я думаю, сжигать. Сжигай, да. Ему придется новый город ставить, это все долгая история. Ну, ебать, у тебя денег, хорошо, дружбу надо сразу сделать. Я тебя на следующий ход деньги, возможно, возьму, чтобы пикинёров апнуть. Кину контр. Да, хорошо, ходов через 5, нам надо будет гору за 70 монет выкупить, если что. Они, у них сейчас очень много зависит от того, типа, возьмёт меня, он, ну, то есть, как бы, результат войны, так скажем. А ты трирема не поплыла ко мне случаем? Нет, она стоит на месте. Ладно, я посмотрю трирема, не буду рисковать. У меня есть генерал, если что, могу тебе подарить. Мы же можем? Да, генерала можно же вроде дарить. Угу. Ну, если лишний, давай, иди. Ну, он один, но он мне не нужен, потому что до меня он не дойдет чушками. Карла. Блин, а зачем инженерку открывать? Что-то забыл. Бля, вот дебил в последнем городе забыл снять с роста. Залочил, думаю, что город не растет. Я думаю, Китай на меня лезть не будет до того, как они откроют чушки. Ну да. Но в принципе, у меня тогда. Я тогда пойду в рыцари, наверное, или куда? Или в физику, а ты мне рыцари. Не, ладно, сам пойду в рыцари потом. Ну, короче, тебе, если что, потом надо будет выйти в рыцари, потому что это гораздо быстрее сделаешь. Просто рыцарями дефаться, потому что, ну, арбой стрелять чушки не очень прикольно. Библиотеки надо было мне раньше построить, забыла про них. Я на один молоток отстаю. Угу. Че, эфи захватывать будут? Или просто качается для генерала? Трирем ко мне приплыла. Ну, у меня трирем, если что, есть. Я свой заплыл деф. Слушай, я забыл, у меня фермы террас. А, ты же не сможешь строить.
Ты Петру вообще строишь или нет? А то она столько ходов уже. Ну, я могу достроить, но я пока армию строю. Так давай я тебе буду армию вести, а ты Петру построй, потому что, ну, это очень крутое чудо. Окей. Что тебе строить, мечи? Ну, в идеале каких-нибудь... Я могу мечи, всадники, хорсмены, композиты, коляски. Мне кажется, мечи такие, чтобы самые стойкие. Пики. Пики же можно. Я не открыл. Или ты пики. Можешь? Не, не знаю. Кто гильдию открыл? Не ты? Не я. Ракус, значит. Фу, ну поздравляю, чё. Да, тебе тоже, спасибо. Второй раз вместе и второй раз тащим. Может, мы можем по теории вероятности вообще так до финала дойти с равным счетом. Просто друг с другом выигрывая всех. Звучит как план на победу. Блин, я вот в определенный момент все делал абсолютно идеально. Вот единственное, захватил город на ход раньше, не запустил двойной золотой век, и вот это такой фейспалм был. Ну, это... ладно. Не, ну, я не зря вообще от всего, так скажем, супер надежно играл, потому что 12 реально... все самый худший кошмар решил исполнить. Ну да, пошел. Свою бедку придумал. Ну, что, погнали к ним? Да, погнали. Что? Почему мне говорят, что ты им помогал? Что? Не слышно. Кайл, ты слышишь? Говорят, что ты помогал. Как ты помогал? Ну, я слышал, что что-то вообще не в чатике, кто-то там кому-то... Алло. Там... Алло, мы Кайл. Мы тебя слышим, Кайл. Не, вы прерываете. Поздравляю, перчики. Иракус, я тебя не услышал. Чё? Я говорю, тебе не написали, что ты им помогал в чатике. Советами. Ну, там такие советы были на... По поводу? Ну, там что, типа, насчёт Гралика. Мне кто-то предъяву там в чате кинул, но я не заходил на стрим 12-го или на твой, я даже не знаю, стримил ли ты. Я сидел на тейка. И то с перерывами. Но я просто я сидел у тейка. Там, видимо, у чата пригорело, потому что...